В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой в Таразе водители нескольких машин нарушают правила дорожного движения. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками батальона патрульной полиции, управления полиции города Тараз установлен владелец автомобиля марки «Мерседес», которого привлекли к административной ответственности по статьям 630 статьи 1 КоАП РК «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений» и 593 части 1 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов». По этой же статье привлечен и водитель автомобиля марки Volkswagen.